каникулы с подружками без родителей. И впервые у меня появился парень. Я не говорила по-итальянски, он по-французски. Ну и что, не люблю говорить. Позвонить нельзя? Телефона не было. Вот я и дома. Год начинается отлично. Как в школе? Парень есть? Нет. И хорошо. Все парни придурки. Догони! Выпускной класс? Хватит, достали спрашивать. Будешь в баре работать? Ни за что. А чего? Что делаешь после школы? Танцую. Круто. Какие танцы? А такие. Дома перед телеком. А папа где? Нет его, не видишь? Папа свалил. С бабой. Что тебе подарить? Ничего. О, сэкономлю. Новый фильм «Сильви Верет». Как мама? Справляется? Бернар, на помощь! Надо мной тут ржут. Даже не думай. Это Андре. Он тут звезда. У тебя правда дома проблемы. Ты должна меня защищать. А у вас каждый сам за себя. Пойду на факультет танцев. Чтоб стать шлюхой, институт не нужен. Тысячи эмоций в минуту. Солнечный, музыкальный, великий фильм. Я, походу, влюбилась. Стелла в Париже.